Дорогой менеджер, сегодня был очередной сумасшедший день, но ты успел все или почти все. Тебе нужно хоть ненадолго закрыть глаза, полежать, поспать. Поспи, и окажется, что все не так уж и плохо. Никому не нужно будет ничего напоминать, дергать, пинать. Все вовремя соберутся. Никто не забудет. Никаких форс-мажоров. Стратегия, креатив, препресс, продюсеры, подрядчики, медийщики, каналы и клиент. Никто из них не доставит тебе проблем. Все пройдет как по маслу. Тебе дадут еще одного экзека, даже двух, которые сразу будут знать все процедуры. Одна встреча не наложится на другую. Одна задача не будет противоречить другим. Ложись, дорогой менеджер. Это был безумный день. Твои веки тяжелеют, а презентации становятся легче. Выдох. Отведи курсор в сторону. Это письмо закончилось. С твоего лица медленно сходят все консерны. Оно расслабляется. Чувствуешь, как фидбэки растворяются внутри полной безмятежности. Все deliverables исчезают один за другим. Поймай потоки энергии кайфа. Вылетай за границы сознания, не вылетая из тайминга. Ты это можешь. Ты можешь все. Клиенты и креатив слушают тебя. Они улавливают твой уверенный внутренний голос адеквата. Улови и ты его. Вдох, выдох. Слышишь, он говорит тебе: пора.